МИД Азербайджана выступила с заявлением. Категорически отвергаем необоснованное заявление Министерства иностранных дел Армении от 13 декабря 2022 года, обвиняющее азербайджанскую сторону в связи с текущей ситуацией на дороге Шуша-Лачин, в котором искажены обязательства в рамках достигнутых соглашений, подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана. Отмечается, что обвинения в адрес азербайджанской стороны в перекрытии Лачинской дороги и нарушении трехстороннего заявления являются лицемерием. МИД Азербайджана подчеркивает, что с азербайджанской стороны неоднократно заявлялось, что положение заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного лидерами трех стран, не были выполнены Арменией, в частности, вопреки пункту 4 – армянские вооруженные силы не были выведены с территории Азербайджана. Вопреки пункту 6, Лачинская дорога используется как для военных провокаций, так и для незаконной экономической деятельности. Вопреки пункту 9, создаются препятствия открытию всех транспортных коммуникаций в регионе. Что касается заявлений о закрытии Лачинской дороги и якобы проживающих на ее территории армянских жителей, столкнувшихся с угрозой гуманитарного кризиса, отметим, что Лачинская дорога была закрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджанской Республики, отмечается в заявлении МИД страны. При этом подчеркивается, что азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности всех армянских жителей, проживающих на наших территориях, и претензии армянской стороны не имеют под собой никаких оснований.